Нужда – это плохое слово и плохой посыл при общении с клиентом. Потому что если на тебе будет написано и на тебе будет висеть баннер, что ты нуждаешься, человек будет воспринимать тебя как просителя, который за счет него хочет решить какую-то свою нужду. Это плохо. Работать со своим клиентом нужно с точки зрения профессионала. И ты должен себя преподнести как профессионал, который может помочь, как профессионал, который может решить задачу клиента. Но если ты будешь приходить со своей нуждой, что если вот он станет твоим клиентом, ты решишь свою нужду, это не будет работать. Клиенту не нравится, когда за счет него кто-то решает свои проблемы. Это некрасиво и неправильно. Если у тебя будет нужда, и ты с этой энергетикой своей нужды пойдешь к клиенту, это полный провал. Ты будешь популярен, ты будешь востребован, ты не будешь иметь нужды только в том случае, когда тебя будут воспринимать как профессионала, который способен решить проблемы. Тогда ты будешь зарабатывать деньги, и у тебя не будет нужды. Но если ты будешь со своей нуждой идти к клиенту, и он это будет видеть, что ты нуждаешься, и если он станет твоим клиентом, он удовлетворит твою нужду, у тебя не будет сделки, у тебя не будет карьеры, у тебя не будет уважения, у тебя не будет роста. Ты можешь заработать, ты можешь решить свою нужду только тогда, когда будешь искренне, профессионально решать проблемы своих клиентов. Тогда ты будешь зарабатывать деньги, тогда твои нужды решатся сами по себе, и у тебя нужды не будет вообще в принципе.